Более 800 офтальмологов со всей страны и мира. Такой цифры научно-практическая конференция еще не фиксировала ни разу за всю свою длинную 15-летнюю историю. Ну а в Сочи этот форум проводится впервые. На медицинский конгресс съехались ведущие офтальмологи, чтобы совместными усилиями найти наиболее эффективные способы лечения так называемой витриоретинальной патологии. Это сложнейшие заболевания сетчатки глаза и стекловидного тела. Сегодня российские врачи легко лечат такие случаи, от которых раньше больные просто слепли. Это одна из таких быстро развивающихся субспециальностей в офтальмологии, которая имеет большую социальную значимость, потому что, как вы знаете, диабет и заболевания, связанные с возрастом, такие как возрастная макулярная дегенерация, они растут. В ходе форума работала выставка специального оборудования, современных технологий и фармсредств. А прямо на сессиях конференции можно было проследить за уникальными операциями на сетчатке глаза. Вот, например, прямое включение из московской клиники. В зале практически нет свободных мест. К просмотру присоединились и сочинские офтальмологи, что крайне важно для развития местной медицины, отметил глава города. Мы очень гордимся тем, что все многие-многие ученые местом для проведения международных научно-практических конференций выбирают площадку Сочи. Нас это еще интересует и с той стороны, что наши врачи имеют возможность буквально на каждой конференции присутствовать и знать самые современные технологии лечения. А это в том числе микроинвазивный метод хирургических вмешательств. То есть операции на глазах сегодня проводят через микропроколы, без швов. Результат – быстрая зрительная реабилитация. Самое современное оборудование, в том числе дорогостоящее лазерное, и такие же современные методы лечения сегодня стоят на вооружении и у сочинских врачей. В 4-й горбольнице целое офтальмологическое отделение. Здесь делают уникальные для нашего города осмотры и операции, которые раньше были доступны только в краевой столице. Пациентов лечится порядка 8 тысяч в год в этом отделении. Операции проведены около 3 тысяч, порядка 1500 операций по замене хрусталика. Это одна из самых востребованных операций, очень необходимая населению любого города и населению нашего города тоже. Эти операции делаются бесплатно. Ну а что касается открывшегося сегодня форума, он завершится уже завтра. В программе второго дня будет рассмотрен опыт регионов по оказанию помощи пациентам с заболеванием сетчатки глаза и стекловидного тела. А также офтальмологи разберут сложные и нестандартные случаи в лечении таких патологий. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.